Сегодня состоялась встреча предпринимателей Северной Осетии с руководством корпорации развития Северного Кавказа. Встречу провел глава республики Вячеслав Битаров. Главная тема обсуждения – возможные механизмы сотрудничества. Как отметил глава республики, корпорация предлагает прекрасные условия для предоставления бизнесменам финансовых средств. Генеральный директор корпорации Сергей Харитонов рассказал о мерах поддержки предпринимателей. Он подчеркнул, что бизнес-проекты финансируются путем предоставления займов и с помощью уставного капитала. А эту встречу надо рассматривать как бизнес-диалог. В корпорацию развития Северного Кавказа уже поступило 7 заявок. Проекты направлены на развитие промышленности, селекции и сельского хозяйства. Министр экономического развития республики Казбек Тамаев обратился к руководству корпорации с предложением создать подразделение, которое поддерживало бы проекты стоимостью до 10 миллионов рублей. Но, по словам руководства, организация готова поддерживать и более масштабные проекты, которые имеют общекавказское или даже общероссийское значение. Главное – обеспечить доступ к финансовым ресурсам на условиях, которые предоставляют взаимный интерес. Я думаю, что они должны быть для тех, кто работает, тех, кто серьезно занимается бизнесом, должны быть интересны, что позволит создавать нам новые рабочие места, а всем присутствующим развивать свой бизнес. Если говорить об отраслях, наиболее интересно, конечно, в области агропромышленного комплекса это селекционно-генетическая деятельность, это глубокая переработка сельхозпродукции и с учетом особенностей региона, это, безусловно, это племенная работа крупного рогатого скота, глубокая переработка молочной продукции.